Олег Петрович, в какой мере довольны сегодняшним матчем? Мы довольны очень, потому что сыграли вот два тайма высокой интенсивности. Для нас это было приоритетно и очень важно. Эта команда жесткая, команда агрессивная, чемпион в своей стране. Поэтому для нас хороший спарринг. И то, что ребята вчера получили, в принципе, нагрузку такую за целый день больше, чем игровую. Поэтому мы разбили на два тайма. И для нас было важно, чтобы мы переварили эту нагрузку. Они с этим справились. Молодцы, хорошо действовали в обороне, хорошо вступали в прессинг и хорошо страховали определенную зону. В плане развития атакующих действий, да, не все получалось, как бы нам хотелось, да, более качества. Но на это есть вполне объективные причины, потому что парни нагружены. Но, тем не менее, мы выиграли игру и довольны этим.